В этом году полный артхаус отмечает свой юбилей. 5 лет фестиваль авторского кино открывает новые имена, довозит до столицы Южного Урала не вышедшие в прокат картины и знакомит зрителей с участниками кинопостановок. В этом году открытие фестиваля приурочено к 115-му дню рождения Леонида Оболенского. Немые картины режиссера показали гостям пресс-конференции в сопровождении органной музыки. На 7 площадках в этом году фестиваль представит 9 кинопрограмм, среди которых ретроспектива памяти Анджея Вайды, программа «Тарковские эксклюзивные киноматериалы», программа «Вторая премьера» и традиционная конкурсная программа. Честно могу сказать, что впервые в этом году вот то явление, которое мы называем «Новое кино России», оно действительно явлено, потому что произошла смена поколений, очевидная в кинематографе, авторском и не авторском тоже. И конкурсная программа практически вся – это дебютные фильмы и фильмы вторые для режиссера. Что, в общем, определяет отчасти их настроение, содержание – это, по сути, фильмы современников сегодняшних студентов или молодых специалистов со своим мировидением, со своим очень непростым опытом детей 90-х годов, когда поколение было потеряно совершенно очевидно. Это нужно смотреть, потому что это в любом случае зеркало, в которое мы можем посмотреться и оценить свою реальность хотя бы вот таким образом. Сюрпризом для поклонников русского кино станет показ ранее не заявленного в программе фильма Андрея Кончаловского «Рай», единственного номинанта на «Оскар» из России. Программа «Вторая премьера», она более демократичная. Она основана в основном на тех именах, которые знают среднее поколение зрителей, старшее поколение зрителей. Такие имена, как Сергей Соловьев, Николай Доскар, Павел Лунгин, Андрей Кончаловский. Фильмы были в ограниченном прокате в Челябинске, но сборы были столь смешные, столь невелики, что, в общем, честно говоря, становится неловко и за зрителей, и за создателей этих картин. Но «Вторая премьера» позволяет эти фильмы показать одним фестивальным блоком, все вместе, и обратить внимание тех серьезных зрителей, искушенных зрителей, которые хотя бы помнят о том, что для нашего кинематографа сделали Лунгин или Кончаловский, могут прийти на их картины и увидеть их в рамках фестивального проката. Продлится фестиваль до пятницы, а потому тем, кто по каким-то причинам еще не попал на полный артхаус, стоит поторопиться и увидеть то, что сегодня представляет собой русское авторское кино, и задать вопросы напрямую создателям кинокартин и киноведам. Еще больше ярких событий города и эксклюзивных интервью можно увидеть на нашем канале в YouTube «Beauty Time».